Менің жесіне бір инсан кершектен де өзіну белі бір тамырларға тарихке, меденетке бағылы оларақ істетсе ве бұл ішінден кершектен де өзіну белі бір милетке айыт оғанын білсе, емін олса, яшаған мері мұйым дегіл. Оз ватан перверлігін ватанына, оз милетіне севгісіна жоймаз. Чүнке бұ ішінде, бұ үй сенді ішінде яшай ве әп сенің янында олан. Ерін бұл локациян іші бір мұйымы қалмай. Мұйымы менің жесіне бұл гармонияны табымағай. Кәршіктен де бұл мектір, о тарихны, о бүлгілеріні ұмытмамақтыр. Ве егер де сіз фарқлы бұл үлкеге барсаныз, о культураға айт инсанлар не сық-сық көрішмеге асында файдалы ола. Месіле Лондрада чоқ қырпытарлар бар. Біз олар нен, месіле, айда ән аз бір-екі кере көрішеміз. Ве айны мевзуларымызны, біздерінің кәчекінде мерақландырған мевзуларыны конушамыз. Айлемні, ол сұқақларыны, салғырыны пек сағынам. Ве ол, білесіңіз мі, ол керчек-керчек жаңлы істеріні сағынам. Достарым мен сұжақ қаймақты қавені. Бұл өйледір. Шынды мен фарқлы бұй ердем, ама өз фалиетлерімні бұр шекілде қырымға бағламаға тұрышам. Бе ұмыт етем олыр. Вопрос сохранения национальной идентичности не стоит остро для нашего поколения. Для каждого из нас естественно называться крымцем или крымским татарином. Каждый из нас очень глубоко прочувствовал боль наших бабушек и дедушек, преступно изгнанных из родных земель. Каждый из нас был очевидцем героической борьбы за возвращение наших отцов и матерей. Даже в какой-то степени каждый из нас сам принял участие в борьбе за свои права. Но будут ли называться крымцами или крымскими татарами наши дети и внуки? Ведь процесс ассимиляции, он происходит вне зависимости от того, где бы проживали наши соотечественники. Где-то быстрее, где-то медленнее. И поэтому, я считаю, для нашего поколения очень важным является создание яркого, узнаваемого крымского национального бренда, быть причастным к которому было бы выгодно и престижно для наших потомков. Если говорить о том, чего больше всего не хватает за пределами Крыма, в моем случае это, во-первых, семьи рядом и близких людей. Во-вторых, ощущается такой своего рода национальный авитаминоз на фоне того, что в нашем обществе сформировались определенные правила жизни, к которым мы привыкли, диктуемые там религиозно-национальными ценностями, ментальными особенностями. И, естественно, попадая за пределы этого общества, логика процессов этих и взаимодействий, она отлична. По большей степени это играет, наверное, больше положительную роль, потому что обостряется вот это чувство принадлежности, обостряется понимание личных недоработок в контексте культуры, языка. Естественно, первое, что всегда держит в тонусе, это религия. Неважно, в какой ситуации, где бы ты ни находился. Понимание того, что тиски ассимиляции, они так или иначе незаметно, но начинают сходиться. Вот эти недоработки ты начинаешь прорабатывать. Вот эта профессиональная деятельность моя за пределами Крыма, она также позволяет не отдаляться от родного, от крымско-татарского. Могу положительные вещи отметить. Наверное, это за пределами Крыма должно было произойти. И вот поводом для перехода на родной язык в обучении как раз стал этот переезд. Мы буквально за небольшой срок перешли в преподавание на родной язык. Сейчас уроки по большей степени проходят на крымско-татарском. Вот эти национальные, религиозно-национальные чувства, они пробуждаются. Понимание того, что это все временно, именно этот факт в большей степени помогает мне находиться вдалеке от родины, от Крыма. Вот. Я не маленький, я могу себя держать в руках, я понимаю, что в разных этапах жизни нам что-то можно, что-то нельзя.
И я просто вот так отношусь к этому, что на данном этапе лучше всего вот так вот. К сожалению, мы, многие из нас оказались перед таким выбором, сделали этот довольно неприятный выбор, но, как я сказал выше, ну, наверное, так и лучше. Ну, также помогают соцсети, современные технологии, видеозвонки очень помогают. Каждый день видимся с родными и близкими. Вот. Это, конечно, не заменит, но максимально облегчит нахождение вдалеке. Вот. Ну и я слежу за новостями, за жизнью, за крымской жизнью. То есть, если я не нахожусь непосредственно в Крыму, то я хотя бы наблюдаю, я вижу, что происходит. Это тоже очень облегчает нахождение вдалеке. В первую очередь, я и моя семья, мы знаем, в каком положении находится наш народ. Это дает нам двойную мотивацию оставаться тем, кто мы есть, крымскими татарами. Мы растим двух маленьких детей и хотим, чтобы они впитали по максимуму нашу культуру, обычаи, традиции. Без ЭФДЭ лафитема с техаром татарджа, качан крымда яшайдах, меном апаем огланен лафетта инглис тілінде, шымда о инглис тілінде лафеты мектепте, ЭФДЭ фахат крым татарджа. Стараемся готовить привычную нам кухню, наши блюда, обязательно супы, юфакаш, шурпа, лагман. Это обязательно, потому что наша пища сильно отличается от британской. Слушаем музыку, крайний альбом Джамалы, где она собрала старые фольклорные наши песни национальные. Очень хорош. Вот. Надеюсь, это все в совокупности поможет нам быть крымскими татарами вдали от нашей родины. Очень сильно скучаем по Крыму, особенно по родителям. Нам их очень сильно не хватает здесь. Как бы скучаем по дому, по огороду, что говорить. По друзьям, которые, к сожалению, тоже разъехались по всему миру. Тяжело осознавать, что наша жизнь может измениться навсегда, что мы так и не сможем вернуться в Крым и быть хозяевами на своей земле. От этого иногда становится очень грустно.